Как сэкономить на услугах ЖКХ? Этот вопрос мы решили задать и зрителям «Девятки ТВ» и организовали опрос в наших группах в соцсетях. Оказалось, что 40% респондентов покупают энергосберегающие лампочки, 10% стараются как можно меньше пользоваться водой, 7% в принципе не платят за услуги ЖКХ, а 33% честно признались, что вообще не экономят. А сейчас давайте послушаем, что говорят об экономии кировчане на улицах. В эфире рубрика «Мобильный журналист». Свет вовремя выключать. Так, уходя из дома, да, правильно? Да, уходя из дома. Что еще? Ну, не знаю, там электроприборами как-то не оставлять включенными постоянно. Установить счетчики, ну, допустим, на воду, на свет, на все, ну, чтобы все работало как положено. Льготы получаю как пенсионер, но плачу 6, возвращается 1000. Меньше мыться, выключать, включать. То есть, например, я человек, который не любит его экономить, у меня постоянно везде все горит. Поменять окна. Выгоднее будет, чем платить огромные суммы за коммуналку. Коммуналки меньше тратить, там свет выключать, вот, экономить. Так, воду. Свет выключать, что еще? Ну там ванну не принимать, а душ. Почаще выключать свет, так. Смотреть, утепляться, окна, двери наши закрывать. Ну, элементарные вещи, которые раньше наши мамы, папы и бабушки делали. Элементарные вещи, заходя в подъезд, нужно закрыть за собой дверь, чтобы и в подъезде окна были все отремонтированы, заклеены. Много ведь зависит от нас. Экономить, мне кажется, не получится, надо больше, наоборот, зарабатывать. Выходить на другие источники энергии, ну, то есть с газа на электричество, где это возможно. Плюс использовать базовые методы уменьшения потребления услуг. Накладки на кран, экраны на батареи, улучшать теплоизоляцию на окнах.